Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и это обзор русского интернет-магазина для Joomla. То есть русский компонент интернет-магазина, полноценного интернет-магазина, который не работает без движка Joomla, он устанавливается на Joomla и там уже в дальнейшем настраивается. Прежде всего я хотел сказать, что я сам активно пользуюсь данным магазином, уже несколько лет изучаю его, и он мне очень нравится. Одно из преимуществ то, что у вас не будет трудностей с какими-то другими языками, если, например, вы не знаете английский язык, потому что разработчики русские и, соответственно, вся админка и весь сайт на русском языке. И в этом первом обзоре я хочу вам продемонстрировать, какие сайты уже созданы. То есть это не я создал, это сайты людей разных. То есть именно тех людей, которые создали интернет-магазин на Joomla, и именно на этом компоненте магазина. Сам компонент называется Joomla Касса. И сейчас перед вами открыта страница всевозможных сайтов интернет-магазинов, сделанных на этом компоненте. И давайте рассмотрим несколько из них, те, которые мне понравились. Перейдем на один из сайтов. Это сайт о видеотехнике, как я понял. Тут не только видеотехника. То есть сейчас мы просто смотрим визуально, как здесь все выглядит. Реальный интернет-магазин, все самое необходимое, то, что может быть, то, что может понадобиться для магазина, для вас, присутствует. То есть все уже создано разработчиками, переключение валют абсолютно на разные валюты можно сделать, чтобы работало. Вывод сделать категорий, неограниченное количество, в каждой категории может быть всевозможные товары. Дизайн, мне очень нравится, подключен Bootstrap. К данному компоненту даже сейчас вот видно визуально кнопочки Bootstrap, легко меняется стилистика. То есть практически даже новичок, который знает Joomla на таком базовом уровне, так сказать, он уже сможет без труда освоить данный магазин. То есть в код лезть практически здесь не приходится, все настраивается, так сказать, из коробки. Мне очень нравится, как они устроили именно оформление продуктов. Можно сделать на каждом продукте производителя. То есть вот здесь тоже видно, видите, OptiVision. И, соответственно, можно кликнуть. То есть есть вот такая кнопка быстрого заказа в всплывающем окне у каждого продукта. Да? Можно голосовать звездочками. Пальчик нравится вверх-вниз, галерея. Кнопка купить, в корзину, в список желаний. Если кликнем по кнопке описания, то есть тут все по-взрослому, и корзина настраивается, все очень мне нравится. Всевозможные такие наклейки, хит, новая, скидка, вот здесь вот наклеечки такие можно разместить у товара. Описание, атрибуты, тут вкладочки, это все в магазине есть. Вы сами можете походить, посмотреть. Адрес, прямая ссылка именно вот на демонстрацию магазинов, каким можно создать. Вы вот здесь вот можете увидеть, перейти и сами ознакомиться. Вот мне еще нравится сайт религиозный. Нравится, как устроено по дизайну. Давайте зайдем в какую-нибудь икону. Здесь видно, что иконочку заменили они. Смотрите, есть какая галерея, то есть при наведении на изображение основное всплывает картинка. И можно смотреть в увеличенном виде детали картинки. Также есть вот такая вот переключатель галерея. Выбор размера иконы, например, при заказе. Да? Давайте попробуем кликнуть на кнопку «Купить». У нас товар успешно добавлен в корзину. Давайте нажмем «Оформить заказ». Здесь создаются, значит, виды доставки. Это все из админки настраивается. Перейти к оформлению. Ну, здесь... Также поля настраиваются, не обязательно поля размещать так много, можно сделать минимально только имя и фамилия, то есть это все настраивается. Настраивать я сейчас не буду. К магазину подключаются шлюзы, такие как интеркасса, рыбокасса, которые предоставляют уже практически все виды, все возможности оплаты, то есть всевозможные банки, электронные кошельки, WebMoney, Яндекс.Деньги, Kiwi и так далее. То есть все-все-все. Также отдельно можно подключить только Яндекс.Деньги, плагин, чтобы товары могли покупать с вашего интернет-магазина только через Яндекс.Деньги или только через
WebMoney или только через Kiwi. То есть есть такие плагины. Также есть плагины «Купить в кредит». То есть создается аккаунт на сайте «Банк Тинькофф». Там несложно, элементарно берутся коды из аккаунта, прописываются коды в специальном плагине, кнопочка выводится рядом с кнопочкой «Купить в товаре». Сейчас я перешел на демо-данные, значит, самих разработчиков, как они это видят. То есть они сделали для примера ноутбуки. То есть вот так выглядят продукты. Также они оформили дизайн по-своему. Перейдем в продукт. Я вам хочу показать. Вот она кнопочка «Купить в кредит». Также, видите, к каждой кнопочке вы сможете повесить описание для ваших клиентов. «Купить в кредит», если мы кликнем. Нас также перебрасывают на страницу оформления. После того, как мы оформим. Вот, кстати, видите, вот здесь тоже можно вывести до нескольких видов оформления заказа. То есть только интеркасса или «Купить в кредит», «Робокасса», PayPal, «Яндекс.Деньги», «WebMoney». То есть здесь все-все очень серьезно. Серьезный магазин. Скидки все можно, значит, оформить всевозможные. Также все цвета настраиваются. Настраивается товар, можно просмотреть вот в таком, в увеличенном виде, если я кликну на основное изображение, и по бокам у нас есть стрелочки. То есть стрелочки появляются, если мы загрузили больше одного изображения в продукт. То есть если у нас действительно нам это нужно, мы загружаем, и можно по миниатюре кликать, она появляется вместо основного изображения, и также ее можно просмотреть по клику мыши. И вот они, видите, вот эти вот стикеры, хит, акция, скидка, очень симпатично оформлено. Также можно на разные продукты вешать вот эти вот ярлыки. Также вот есть здесь ярлык «Производитель», также отдельно это все создается. На иконку производителя мы можем кликнуть, и нас перебросит на информацию, на отдельную страницу, где вы также все легко заполните, всю информацию о данном производителе. Форма комментариев можно делать и от Facebook, и от ВКонтакте, и интеграция с популярным JComments компонентом есть. Еще с рядом платных, по-моему, компонентов комментариев есть интеграция, и есть интеграция с бесплатным плагином «Карта сайта», и интеграция с популярным мощным компонентом JSitemap Pro. Также в феврале разработчики обещают 2016 года выйти обновление к этому магазину, и они обещают, что будет возможность интеграции с плагином шорт-кодов Ultimate Shortcode. Я очень этого жду. Как только будет интеграция с этим плагином, это значит, что у нас будут безграничные возможности по оформлению карточки товара. По оформлению товара также вот этот блок можно менять местами легко, без знания CSS. Всевозможные такие атрибуты, как цвет корпуса, также все можно менять, и название, и их количество. Также количество здесь можно управлять. Это все автоматически будет подсчитываться. Если, например, человек берет сразу два ноутбука, автоматически калькулятор будет в корзине считать эту сумму. Красивым образом дополнительный модуль корзины можно вывести вот таким вот образом. Сразу перейти оформить заказ. И мы попадаем сразу на страницу оформления заказа. Или можем нажать на кнопку «Продолжить покупки». Магазин, интернет-магазин оптимизирован. То есть он довольно-таки шустрый и оптимизирован под SEO. Имеет всевозможные дополнительные модули галерей. Например, как вот эта галерея, да? Модуль «Просмотренные продукты» и многое другое. И видите, вот здесь во вкладках можно вывести характеристики. Комплектация, JComments, вот, пожалуйста. Интеграция здесь уже есть. И ВКонтакте. То есть можно вывести сразу до нескольких видов отображение комментариев, если вам это требуется. Также магазин адаптировал под мобильные устройства. Итак, в принципе, об основных возможностях я рассказал. Если что-то забыл, то дополню в следующих обзорах. И в следующем обзоре я вам покажу данный магазин изнутри и покажу, как легко и просто создается, устанавливается магазин на Joomla, как создаются товары, как они вообще устроены, как их наполнить. В принципе, в магазине самая основная настройка – это правильно оформить товары. Вторая немаловажная вещь – это подключить систему приема платежей. Да? Но там ничего сложного нет. Так что мы продолжим с вами изучать данный магазин в следующем обзоре.